Giorgio. 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 Ты стал более поздно, Жан. Джордж. Джорджо. Джорджо. Ну, что ты хочешь? Ну что, что? Бардак. Ну и бардак. Кстати, откуда это? Ну и бардак. Понятия не имею. Ну и бардак. Я уверен, ты знаешь. Что? Ну откуда это? Из какого дурацкого фильма с Бет Дэвис. Что, и этого не знаешь? Да. Еще я должен вспоминать все фильмы, которые... Тебя никто не просит вспоминать все фильмы. Тебя просят вспомнить один. Один дурацкий фильм. Там в конце у Бет Дэвис начинается перитонит. На всю картину с самого начала бродит в чудовищном черном парике, просто чудовищном. Испугаться можно. Потом у нее перитонит, и она выходит замуж за Джозефа Коттона или за что-то там в этом роде. Что-то в этом роде. Да что-то в этом духе. Но ее все время тянет в Чикаго, потому что она влюблена в этого актера со шрамом. Я не знаю. Его имени, мне название нужно. Как называется фильм? Там в конце Бет Дэвис садится за туалетный столик. Хочет намазать губы. Размазывает помаду по всему лицу. И все-таки собирается в Чикаго. Чикаго. Да. Фильм называется. Чикаго. Ну, Чикаго — это мюзикл 30-х годов. Что, этого, что ли, не знаешь? Это было до моего рождения. Да, хватит. Ты это брось. Да, да. Я не женат. Да, они женаты. Он ее муж, она его жена. Так вот она входит, ставит тяжеленную сумку, на пол вздыхает и говорит: ну и бардак. Она не удовлетворена жизнью. Бедный, бедный Джордж. А с чего ты устал? Ты же на этих сборищах ни черта не делаешь. Сидишь в углу и болтаешь. Что ты хочешь? Что ты хочешь? Чтобы я бегал от одного другому, хватал за руку, как ты, и нес всякую чепуху. Я не несу. Не орешь. Я не несу. Что ты несешь? Я не несу.
Дай мне выпить. Еще? Дай мне выпить. Ну, хорошо, глоток перед сном не повредит ни тебе, ни мне. Перед сном? Что, смеешься? Сейчас гости придут. Кто придет? Гости, гости. Гости? Да, гости. Люди к нам придут, гости. Когда? Сейчас. Марта, опомнись, побойся Бога, 2 часа ночи, кто придет? А это что ты знаешь? Что ты знаешь? А это Жорж, я не помню, как их там зовут. Ты познакомился с ними сегодня вечером, Жорж. Я ни с кем сегодня не знакомился. Они новенькие. Я ни с кем сегодня не знакомился. Нет, познакомился. Он на математическом факультете, лет 30, блондин. Жена его такой маленький мышонок, не бедр, ничего остального. Больше всего мне нравится в тебе, когда ты злишься. Ты же это, как его, размазня. В тебе это, как ее, танка? Кишка. Кишка. Кишка, Джордж. Почему вы никогда не кладете мне лед в бокал, Джордж? Всегда кладу вам лед в бокал, Марта. Вы его сгрызаете. У вас дурацкая привычка, как у спаниеля. Когда-нибудь вы сломаете себе все зубы. У меня своих зубов больше, чем у вас, Джордж. Надо больше. Да это немало, Джордж. Конечно, если учесть твой возраст. Вы сами уже давно не мальчик, Джордж. Я на 6 лет моложе тебя, Март. Так всегда было и так всегда будет. А ты лысый. Поцелуй свою Марточку. Если я вас поцелую, это меня взволнует. Я повалю тебе на пол, а может, на ковре. А в это время придут наши гости. А что скажет папа? Свинья ты. Филолог, Марта. Филолог. Тогда налей мне еще. Ты не был таким ничтожеством, я бы с тобой давно развелась. Постарайся держаться на ногах, сейчас придут гости. Что ты говоришь, да? Я тебя давно не слышу. Много лет я тебя уже не вижу и не слышу. И не задирай платье выше головы. Нет ничего отвратительнее, когда ты задираешь юбку себе на голову. Нуль. Гости! Гости! Добрый вечер еще раз. Здравствуйте. Добрый вечер. Проходите, пожалуйста. Да. Не обращайте внимания на этого старого брюзгу. Снимайте свое пальто и проходите. Наверное, нам не следовало приходить. Да, уже поздно. Я сказала, проходите, бросайте свое пальто и проходите. Бросайте на нее, на меня, на Люсру. В этом доме это не имеет никакого значения. Я говорил тебе, что не надо было приходить. Я сказала, проходите, значит, проходите. Ну, что ж. Так. О, какая. Марта? Давно. Теперь вы... Садитесь. Прелесть, просто прелесть.
Просто прелесть туда, пожалуйста. Да, да. Все улыбаются. Наши гости улыбаются. Хорошо. Очень мило. Просто хорошо. Замечательно. Ну, великолепно. Ну, так. Ну, просто замечательно. Минуточку. Будет просто великолепно. Вот так, да? Ну как хорошо! Как хорошо! Гости наши долгожданные! Как замечательно! А это кто написал? Это один грек, которого Марта как-то прижала в угол, и вот... Вы знаете, в ней есть что-то. Да-да, внутренняя сила. Нет, нет, не совсем. Такой вопль внутренней силы. Нет, я хотел сказать... Твой тихий крик умиротворения. Милый, тебя разыгрывают. Да, я это понимаю. Извините, ради бога. Извините, на самом деле это... Это символическое изображение умственных способностей Марта. Налей лучше ребятам выпить, Джордж. Что вы будете пить, ребятки? Ханя, ты что хочешь? Не знаю, может быть, немножечко немножечко коньяку, капельку. Не мешать головной боли, не знать. Коньяк, и все. Вам что? Ну, если не возражаете, мне виски со льдом. Ну, почему я должен возражать? Я не возражаю. Почему я должен возражать? Не знаю. Что касается выпивки, со временем вкус Марты упростился. Он принял окончательную, завершенную форму. Раньше, когда я за ней ухаживал, хотя вряд ли это можно назвать ухаживанием, когда я за ней ухаживал... Ну, когда путался со мной, мой дорогой. Когда я за ней ухаживал, она заказывала черт знает что. Мы заходим в обычный бар, где пьют просто пиво и виски. Она заходила, корчила физиономию. Делала вид, что она задумывается. Она ей нравилось. И она делала вид, что она задумывалась. Ей так нравилось. И изрекала: коктейль Александр, ликер 7 слоев, горящий пунш. Это были напитки для настоящей леди. Такие вкусные штуки, мне так нравятся. Но со временем она поняла, что ликеры горятся кофе, а лимонный сок для тортов. А чистая, простая водка – это для людей простых и чистых душой. Итак, за несовершенство разума, за душевный покой и за твой цирроз печени. Пей до дна, моя дорогая. Прелесть. Ты поэт, Джордж. Иногда ты способен тронуть во мне самое сокровенное. Так тебе не стыдно при гостях? Прелесть. Держи не вовь, я не боюсь, не боюсь, не боюсь. Держи не вовь, я не боюсь, не боюсь, боюсь. Вирджиния Вольф, я не боюсь, не боюсь, не боюсь. Вирджиния Вольф, я не боюсь, не боюсь, боюсь. Виски, коньяк, водка. Прошу прощения, спасибо. Ваш отец, он замечательный. Да, да, безусловно. Да. Просто прелесть. Правда, по-настоящему интересный человек. Бесспорно. Попробуйте только в это не поверить. О, нет, он замечательный человек. Да, конечно, замечательный. Он божество. Мы не собираемся его не спровергать. Оставь покой моего отца, ладно? Я просто хочу сказать, что когда вы побываете на стольких профессорских вечерах, на которых побывал я... Полезные вечера. И я их высоко ценю. Особенно, когда ты новенький. Ну, как-то завязываешь контакты, знакомишься с людьми. Ну, вы знаете, гораздо проще просто преподавать в университете, чем быть вдобавок еще мужем дочери ректора. Преподавать – это значительно проще. Да, но какие это дает возможности. Правда? Такой шанс представляется раз в жизни. Обычно в жертву приносится самая интимная часть тела. Простите, пожалуйста,
Может, кто-нибудь покажет, где у вас тут? Тебе нехорошо? Нет, нет, милый, хорошо. Я только хочу подпудрить нос. Марта. 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 Ты меня, миленький? Покажи, девочки, где мы ведем себя благопристойно. О, идемте, я покажу вам я дом. Я бы хотела... Ну, давай мыть руки, я понимаю, а вы пока поговорите, как мужчина с мужчиной. Мы скоро вернемся, да. Иногда ты меня до белого коленя можешь довести. Хорошо, иди, иди, только не смей говорить о сыне, вот и все. О чем захочу, о том и буду говорить, понял? Ну, я бы хотела... Все. Если можно, идемте. Так, что налить? А, все равно, впрочем, я продолжу виски. Вы и на Парнасе пили виски? Где? На Парнасе. Не понимаю. А почему вы решили стать преподавателем? Наверное, потому же, почему и вы, мотивы одни. Какие? Простите. Нет, я спрашиваю, какие мотивы? Какими я руководствовался мотивами? Откуда мне-то знать? Ну, сейчас сказать, что у вас были те же мотивы, что у меня. Я сказал, наверное. А, так сказал. А вы давно здесь? М? А, да. С тех пор, как женился на ней, на Марте. А, даже раньше. Вечность. Разрушенные надежды, благие намерения. Благой, благие, наиблагие, самые благие. Как вам нравится это склонение? Я не знаю, что вам ответить. Как? Не знаете, что вы мне ответите? Что вы хотите, чтобы я ответил? Я скажу, что это смешно, мне скажете, нет, это грустно. Я скажу, что это грустно, мне тут же возразите, скажете, что это смешно. Нет, пожалуйста, можете забавляться как вам угодно, и так, и эдак. Я думаю, как только вернется моя жена, мы сразу же уйдем. Мне, пожалуйста, садитесь, садитесь. Садитесь, пожалуйста, сядьте, сядьте. Давайте сядем, поговорим. Сядьте, ну что, я уверяю вас, мы ничего не затеяли. Мы просто упражняемся. Просто так выгуливаем остатки наших мозгов. Давайте сядем, поговорим. Ну что, ну садитесь. О, хорошо. Я просто не люблю впутываться в чужие дела. Это пройдет, что в нашем университете все варятся, как в собственном соку. Супружеские постели, как концертные рояли. Исполнители все время меняются. Это стало любимым видом спорта. Сэр. Вам сколько лет? 28. 28. А мне 40. С хвостиком. Вас это не удивляет, нет? Я, наверное, выгляжу старше. Да? Мне можно дать, наверное, все 55, да? Слушайте, вы меня, наверное, не разглядели в этом, может, в сигаретном дыму, а? Нет, по-моему, вы прекрасно выглядите. Ну, прекрасно. Что, я вообще совсем не изменился с тех пор, как был в вашем возрасте. Животик у меня нет. Есть вот здесь вот мышцы. Играю в гандбол. Вы сколько весите? Килограмм так 75-80. Ну, около того. А в гандбол играете? Нет. Сыграю свой гандбол. Марта тянет на все 80. Я имею в виду лет. Весит она и того больше. А сколько вашей жене? 26. Нет, Марта замечательная женщина. Я думаю, она весит не больше 50. Кто? Ваша жена? Нет, ваша жена. Моя жена Марта. Если бы вы были женаты на моей жене, то вы бы знали, что это такое. А если бы я на вашей, то я бы знал, что это такое. Значит, на математическом факультете, да? Нет, что вы, нет. Нет, так сказала Марта. Нет, нет, я на биологическом факультете. А, биолог? Слушайте, у вашей жены совсем нет бедер. Что? Ну, я не такой любитель широких бедер, но у вашей жены очень узкие бедра. Да, 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 вы правы. Да. Интересно, что они там делают наверху, над нами. Интересно узнать. Господи, что вы женщин не знаете? А у вас дети есть? Дети? Нет, пока нет. А у вас?
Но это мое личное дело. А, да, конечно. Значит, детей нет? Пока нет. Но будут. Люди должны иметь детей. В этом, собственно, и заключается вся история. А вы их хотите в колбах разводить. У вас будут дети. Несмотря на ход всей нашей истории. Нет, нет, мы просто хотим немного повременить, понятно, пока не устроимся, значит, где-нибудь окончательно. Значит, значит, вот это ваше счастье, идиллии, лирии, остров Пингвин. Здесь можно работать, конечно. У нас ни Массачусетский технологический, ни Сорбонна, ни Калифорнийский, ни Московский. Но можно работать. Нет, но я здесь не навсегда. Никогда никому не говорите об этом. Отцу Марты, старику, это очень не понравится. Он хочет, чтобы его сотрудники цеплялись, как плющ, за стену университета и умирали бы все здесь на своих постах. У нас здесь один недавно преподаватель латыни, профессор, так и загнулся в очередь за чашечкой кофе. Его похоронили вон там, за живой изгородью, как многих из нас похоронят. Отца Марты, старика, не будут хоронить за живой изгородью. Не умрет. Никогда. По живучести его можно сравнить с полинезийской черепахой. Вы меня не выдадите, нет? Ну? А, милый, ты должен осмотреть дом. Это такой прелестный, старинный особняк. А где Марта? Она сейчас придет, она переодевается. Марта! Как переодевается? Ну, надевает другое платье. Зачем? Ну, как зачем? Ну, наверное, чтобы чувствовать себя удобней. Чтобы чувствовать себя удобней? А что здесь такого? Нет, вы просто ничего не знаете. Да! Я только сейчас узнала, что у вас есть сын. Что? Ну, у вас же есть сын, да? А я не знала. Как вы изволили выразиться, это ваше личное дело. Ему завтра исполняется 21 год. И завтра его день рождения. Она вам рассказала об этом? Да. И она переодевается? Да. И рассказала? Ну, только что у вашего сына завтра день рождения, она сказала. Ах ты подлая тварь. О, а который сейчас час, дорогой? 14:30. О, так поздно, нам уже пора собираться. Что у вас там, приходящая нянька не спит, нянчит детей? А. Я уже говорил вам, что у нас нет детей. Скоро пойдем, моя дорогая, скоро пойдем. Куда вы пойдете? Марта переодевается. Она переодевается не ради меня. Ради меня она уже давно не переодевалась. Она переодевается ради вас. Имейте в виду, вам оказана большая честь. Марта дочь нашего ректора. Он без нее, можно сказать, импотент. Она, можно сказать, его правое яйцо. Слушайте, вы, наверное, считаете это нормальным, но прошу вас, выбирайте выражение при моей жене. Да, да, конечно. Пусть Марта так выражается. Как это выражается? А, ты пришла, моя девочка! Тебе лучшее вечернее платье. Ты в нем ходишь в церковь. Да, вам нравится. Да. Вам нравится, Ник? Нет слов. Привезти! Ну что ты орал мне снизу на весь дом? Соскучились по твоему нежному голосочку. Ну тогда пробегись к барчику. И налей своей маленькой мамочке большой-большой стаканчик. Правильно. Слушайте, а вы должно быть очень способный человек, если кончили университет, когда вам сколько было?
13? 14. Нет, вообще-то мне было 19. Спасибо, Джо. Кань, ну зачем об этом рассказывать? Не надо. Ну почему? Я тобой горжусь. Да, вам есть чем гордиться. Да, он у меня очень хороший. Не сомневайтесь, когда вам будет столько лет, сколько мне, вы, возможно, возглавите исторический факультет. Биологический. Погружен в историю, да? За какая фраза? Он погружен не в историю, он погружен в дела исторического факультета. И все потому. И все потому, что он не декан исторического факультета, он сотрудник. Мы все выяснили, пока вы наверху там разговаривали. Не надо к этому возвращаться. Хорошо, мой милый. Стал, знаете, погряз вот на этом факультете, как в болоте. И стал такой пугало-болотный. Ну тогда, если так хочешь поухаживать за мной, то прикури мне сигаретку. Всему есть предел, Марта. И человеческому терпению тоже. Иначе он может свалиться вниз по древней лестнице эволюции. Эта лестница очень длинная, по ней трудно будет подняться вверх. Конечно, я подержу тебя за руку, когда ты испугаешься во тьме пугала болотного. Я буду выносить пустые бутылки из-под джина по ночам, чтобы никто не увидел, сколько ты выпил. Но прикуривать тебе сигарету я не буду. Боже мой! Скажите, а вы играли когда-нибудь в футбол, а? Милый. А, да, играл защитником, но больше увлекался боксом. Боксом? Слышишь, Джо, слушайте, а вы, должно быть, были хорошим боксером. Совсем незаметно, что вас кто-нибудь там по лицу лупил. Ну он же был чемпионом штата в среднем весе на межуниверситетских соревнованиях. Ну, ты же был чемпион. Ну, по-моему, и сейчас в порядке. Такие мышцы крепкие, как в порядке мышцы крепкие, я права. Не жалуюсь, я все еще тренируюсь. Да? Да, тело у него крепкое. Ну, наверное, это приятно. Вообще, спортивную форму надо поддерживать на всякий случай. Ну да, никогда не знаешь, когда она тебе понадобится. Нет, я хотел сказать, что не надо опускаться, пока есть возможность сохранить то, что есть. Я совершенно с вами согласна. Совершенно с вами согласна. Марта. Твоя наглость переходит всякие границы. Не любит разговоров на эти темы. Не любит разговоров о мускулах. Аня, вы не хотите прогуляться? Я? Что? Вам это нравится? Ну, как хотите. Ну, блин, не любит разговоров на эти темы. Скажите, а какой у вас вес, а? Ну, что-то около 76. До сих пор держите средний вес? Ага. Джош, расскажи, как мы с тобой устроили соревнование по боксу. А? Расскажи, Джош. Сама, Марта, рассказывай. Сама. У тебя лучше получается. Может быть, ему нехорошо? Кому? Ему? Нет, все нормально. Тогда я вам расскажу, как мы устроили соревнование по боксу. Это было лет 20 тому назад, года через два, после нашей свадьбы. Вы с Джорджем вдвоем? А, я не представляю. Да, мы с Джорджем вдвоем. Это, конечно, было не в спортзале, не на ринге. Папа у меня тогда был помешан на физической подготовке. Папа у меня сильный, крепкий, вы знаете. Да, да. Он предложил Джорджу драться. Ну, а мой Джордж, он что-то там, конечно, отказывался. Он, дескать, не хочет сидеть с разбитой физиономией за обедом. На самом деле, думаю, не хотел разбивать лицо своему кормильцу. Пока они там переговаривались,
Сама не знаю, что меня дернуло. Я подошла сзади, надела боксерские перчатки, ну, в шутку. Сама как заору. Джордж! Так. Но он стоял не крепко, поворачивался. И я ему бах. И прямо в челюсть. А он стоял не крепко и прямо упал в кусты с черникой. Да, это смешно. Смешно, но ужасно. Вот именно этим он оправдывает, что никуда дальше не двинулся. Никуда не пошел. А это была... случайность. Чистая случайность. Выпьем, да? Да, да, надо выпить. Да, немножечко. Чего тут выпить? Никогда в жизни еще так не пугалась. Никогда. А вы испугались? Не знаю. Это на секундочку, да вы испугались. Не да? знаю, не помню. Ну да, наверняка. Марта, а ты не подумала, что я хочу тебя убить? Ты убить меня? Смешно. А ведь когда-нибудь я тебя убью. Ну, это маловероятно. Простите, а где здесь у вас туалет? Браво! Браво, биолог! По коридору направо. Только не приноси оттуда оружие. Ну да, вам ведь на помощь бутафория не нужна. Правда, детка, вы ведь обойдетесь без игрушечных японских ружей. Скажите, а у вас на следующий день головка-то не болит от коньяка? Ну. Никогда не мешаю, не пью, не нужен. Знаете, ваш муж рассказывал мне о хромосомах. Ваш муж грандиозный, просто потрясающий человек с этими своими хромосомами. Да он на математическом факультете. Нет, Марта, он биолог. На математическом. Нет, он на биологическом. Вы что, уверены? Я? Конечно. А кто сказал, что он на математическом факультете? Ты. Да я сказал. Я не могу все запомнить. Меня знакомят с 15 новыми преподавателями, и с их, будь они трижды прокляты женами, я о присутствии не говорю. Что хотите, чтобы я все запомнила? Что... Значит, он биолог? Это даже лучше биологии. Прекрасно. Она менее абсурдна. Абстрактно. Абсурдно, сама знаю, без твоих подсказок.
биология прекрасна. Она смотрит в самую суть предмета. В самую суть предмета. Ты помешалась на этой фразе, Марта. Она безобразна. Милый, они думали, что ты на математическом факультете. Может, это было бы лучше? Нет. Оставайтесь там, где вы есть. Смотрите в самую суть предмета. Слушайте, а кто знает, кто будет заниматься делами исторического факультета? Вы оттуда сможете заниматься делами исторического факультета. Кто будет новым деканом ИСТФАКа? Этого никто не знает. Это знает Господь Бог. Ясно одно, это не будет мой Джорджик. Он не будет, это точно. Не будешь деканом? Нет? Пугало болотное. Ты для меня уже не существуешь. Я тебя похоронил и давно залил цементом. По самые горло. Или нет, по самый нос. Так спокойнее и тише. Слушайте, а вот мой Джорджик говорит, что вы такой потрясающий человек. Вы что, действительно такой потрясающий, да? Я даже не подозревал, что я такой. Это все из-за твоих хромосомов, да? Ах, мой? Опять про хромосомы. Ну так что там с хромосомами? Ну, хромосомы, видите ли, это... Милый, что такое хромосомы, я знаю. Я их обожаю. А, да? Ну что, оно их кушает за завтраком. Посыпает ими кукурузные хлопья. Да, Марта, этот молодой человек хочет переделать хромосомы. Переделать хромосомы – это значит изменить генетическую структуру сперматозоида. И главное, что будем все похожи вот на этого молодого человека, присутствующего среди нас. Думаю, что в результате этого эксперимента люди станут еще менее свободны, вообще потеряют всякий интерес к жизни. Ну что, культура и нации исчезнут, и человечество превратится в муравьев. Вы кончили? История, знаете, которой я занимаюсь, которая, значит, пугала болотная, ну что, она просто не нужна будет. Человеческое я просто исчезнет. Но наступит время порядка и покоя, о котором мы так мечтаем. Конечно, я буду драться с вами, молодой человек. Ты капитулируешь, милый. Чем ты будешь драться? При чем тут драться, я не понимаю. Я вообще ничего не понимаю. Ага. Я помню бар, Марта, где мы с тобой сидели. Я помню эту стойку высотой 5 футов, и земля оказалась где-то там далеко, далеко. Буду защищать эти вещи. Одной рукой, конечно, я прикрою то, чтобы меня не лишили наследственности, но другой, свободный, я бить вас буду. Вот так вот, смертным боем. Блестящая речь, Джордж. Да, да, прекрасно, прекрасно. Только будущее за мной. Безусловно, малыш. Самый верный симптом социального неблагополучия — это отсутствие чувства юмора. Да. Вот эти каменные глыбы, вот эти бездушные монолиты, они любили шутить, но никогда не понимали чужих шуток. Я занимаюсь историей, я кое-что помню и знаю. Нет, вы в науках слабо разбираетесь. Нет, но я чувствую, когда мне угрожают. Все будут похожи на вас? Да. Готов стать машиной для случек. Штамповать свои копии. Господи, милый, как ты можешь говорить такие вещи? Ну, хорошо, хорошо. Прости, прости. Прости, я прошу прощения. Я прошу прощения. Я прошу прощения. Все? Ну, все. А где ваш сын? Кто? Она спросила что-то о вашем сыне. Сыне? Да. Ну, где он? Когда он? Когда он приедет домой? Марта, когда наш сын приедет домой? Не надо об этом. Ну как не надо? Ты же сама заговорила на эту тему. Когда наш сын приедет домой? Завтра? Я прошу тебя, не надо об этом. Я не хочу об этом говорить. Завтра приедет? Кажется, на завтра мы назначили его день рождения. Ага. Когда этот тип приедет домой? А? Я не хочу об этом говорить. Я не хочу. Марта не хочет об этом говорить. Нет, когда этот тип приедет домой,
когда этот тип приедет домой. Понимаете, Джордж так презрительно называет его типом, потому что его мучают свои проблемы. Дело в том, что Джордж не до конца уверен, что это его ребенок. Ты страшный человек, Марта. А я миллион раз говорила тебе, мой миленький, что я бы ни от кого не позволила себе иметь детей, только от тебя. Нет, нет, подождите, подождите. Я хочу, чтобы вы знали. Марта все лжет. Так. Вы знаете, я, конечно, во многом не уверен. Знаете, политические союзы, уровень океана, значит, границы. Я, значит, ловного гроша бы не дал. Но единственное, в чем я уверен, это в том, что я принимал участие своими, так сказать, хромосомами в создании нашего единственного мальчика с белокурыми глазами и голубыми волосами. Блестящая речь, Джордж. Ты был на высоте. На высоте положений. Положения. Нет, значит, Марта знает грамматику. Ей виднее. Да, мне виднее. Я человек с высшим образованием. Она училась в колледже, она даже пела в церковном хоре, когда была совсем маленькой девочкой. Да, но я была атеисткой, я сейчас атеистка. Ты язычница. Ты единственная язычница на всем восточном побережье. Ты есть как? Ну что, она даже обводит себе вот это местечко с синеньким кружочком. Что, действительно? Иногда. Хотите посмотреть, Ник? Фу. Что ты расфукался, потаскуха? Нет, он не потаскуха. Он не может быть потаскухой. Это вы, потаскуха. Ханя! Надо выпить! Да. Надо выпить! Нашего сына совсем не синие волосы. И глаза не синие. У него самые настоящие зеленые глаза, как у меня. Синие. Зеленые. Синие. Зеленые. Синие. Чудесные зеленые глаза, если вглядеться в самую глубину, такие бронзовые точечки вокруг зрачка. Чудесные зеленые глаза, как у меня. А у вас, по-моему, глаза карие. Это зависит от освещения. Вообще они зеленые. Может, они не такие светлые, как у него, не такие белесые, как у Джорджа. Ты уверена? Сомнение это по твоей части, дружок. У папы тоже зеленые глаза. У папы? У папы маленькие красненькие глазки, как у белой мыши. Трус, при нем ты бы не посмел так сказать. Огромные белые шевелюры и маленькие-маленькие красненькие глазки. Огромные белые мыши. Трус, он ненавидит моего папу. Папа ему ничего дурного не сделал. Он его ненавидит за свою собственную... Неполноценность. А, правильно. Попал в самую челюсть. Куда собрался? За бутылками, мой ангел. Ну так иди. Спасибо за разрешение. Отличный бармен. Прекрасный официант. Ненавидит, сукин сын, моего отца. Он просто ненавидит моего отца. Ну что? Я не понимаю, вы что думаете, что я разыгрываю вас или шучу, что ли? У меня вообще нет чувства юмора, у меня есть нюх на нелепости, а чувства юмора у меня нет. Нет чувства юмора. И у меня его нет. У тебя есть, Ханя, только оно скрыто. А, благодарю. Просто ненавидит моего отца. Ну, и так. Но некоторые люди обожают ведь слушать о несчастьях других. Это неправда. Ладно, все, заткнитесь оба. Так вот, мама умерла рано, и выросла я с отцом. Господи, как я им восторгалась. Я просто боготворила его и до сих пор боготворю. Вы поинтересуетесь, каким наш университет был до того, как папа приехал сюда, и каким он стал сейчас? Поинтересуйтесь. А, знаю, я читал об этом. Так вот... Первый год обучения, то я замужем была уже в первый год обучения в женской академии мисс Маф, но то был роман в стиле леди Четтерли, то когда она была юной, он подстригал газон в академии. Сидел такой голенький-голенький на своей косилке и косил траву. Папа и мисс Маф сговорились,
и быстро аннулировали этот брак. Смешно, потому что что было аннулировать, когда уже все свершилось. Но тем не менее, они аннулировали этот брак. Я вновь стала девственницей, а у мисс Маф стала одним садовником меньше, о чем можно было сожалеть. И вот тогда я приехала сюда, в университет. Так вот, у папы было развито чувство преемственности истории. Ему необходимо было передать кому-то свои дела, когда он уйдет сам. И вот тогда я решила выйти замуж здесь, в университете. Я стала приглядываться к молодым преподавателям, кто еще не женат. И у папы и в мыслях не было делать из меня альбатроса, приносящего счастье. Я просто сама надеялась, что так получится. Но молодые преподаватели, они все были женаты. Естественно. Как и вы, птенчик. Как и вы, птенчик. И вот тут появился Джордж. И появился Джордж с двумя бутылками. Что вы тут поделываете? Сижу, рассказываю им одну историю. Сядь, послушай, тебе будет интересно. Вернулись! Милый, он вернулся. Я так рада! Так на чем я остановилась? А, да, появился Джордж. Появился Джордж на историческом факультете. Молодой, красивый, неженатый, с густой шевелюрой, если вы сейчас можете в это поверить. И моложе тебя. И моложе меня. На 6 лет? На 6 лет. Меня это не тревожит, Джордж. И вы знаете, что я выкинула? Какая я была дура, что я выкинула. Я влюбилась в него. Ну, это очень мило. Да-да, она влюбилась в меня. Знаете, она садилась у меня под окном, мяукала, выщипывала травку. Я не мог работать. Да. Прелесть. Ну, что, в глубине души Марта романтик. Да-да, увы, это так. Просто влюбилась, вот и все. И в первое время все было прекрасно, чудесно, ведь папа пытался подыскать себе приемника. Я прошу тебя, когда он уйдет. Только не это, я прошу тебя, только не это. Только не об этом. Только не об этом. Что ты хочешь? Ну, я думал, что речь пойдет о нашем романе. Я не знал, что речь пойдет о другом. Пойдет, и что? Ну, на твоем месте я просто не стал бы этого делать. Ты бы не стал. Нет. Так ты – это ты. А я – это я. Ты уже наболтала. Сама знаешь, о чем. О чем? О чем? О нашем единственном маленьком мальчике. Имею в виду, если речь пойдет о другом, то я рассержусь. Ага. Ты рассердишься. Угу. Учти, я предупредил тебя. Обязательно учту, мой дорогой. Так вот, я вышла замуж, и все у меня было заранее решено. Стал мужем, должен стать и преемником. Наступит день, когда он будет деканом исторического факультета, а потом и ректором университета. Как, терпишь? Пока папа не присмотрелся к нему. Года два он все присматривался, пока он не понял, что это далеко не блестящая идея, что у нашего Джорджика кишка тонка, что он оказался неудачником, такой громадный, здоровый неудачник. Ну, я надеюсь, что бутылка была пустая, ты ведь не будешь переводить хороший коньяк при твоей зарплате, зарплате обычного доцента. Вот я торчу здесь, с этим пугалом болотным, с историчек, кто женился на дочери ректора. От кого все чего-то ждали. Остановись, он оказался книжным червяком, ни на что не пригодно. Прекрати, прекрати, Джордж, сволочь.
Что, что, что? Кажется, теперь все в порядке. И нельзя пить. Она хрупкая. И бедра узкие. А, да, и бедра узкие, как вы изволили заметить. Я очень сожалею. А где Марта? Где мой ребенок? Где Марта? Готовит кофе на кухне. Чуть что, и она болеет. Кто? Моя жена. А. Хрупко. Отвратительно. Что? Отвратительно. Вы что думаете, мне нравится, когда меня унижают в присутствии других? Вы что думаете, мне это нравится? Нет, я не думаю, что вам это нравится. Вы не думаете? Нет, не думаю. Думаю наоборот. Вам это не нравится. Вы самовлюбленный мальчик. Поосторожней. От науки. Я никогда не бью старших. Дети младших, птиц, детей, собачек, женщин. Скажите, вашу жену часто тошнит? А я этого не говорил. Я сказал, что она часто болеет. И бедра узкие. Да, действительно. Ей достаточно одной рюмки, потом уже не остановить. Как часовая стрелка, пока завод не кончится. Это бывает не так уж часто, но довольно регулярно. Она была беременна, когда я женился на ней. Как? Вы же сказали, что у вас нет детей. Потом оказалось, что это мнимая беременность на почве истерии. Ее разнесло, а потом все опало. Женился на ней, когда ее разнесло. А потом все опало. А мне, когда было 16 лет, я учился в школе. Жил в интернате. Мы повадились с небольшой компанией ездить в Нью-Йорк. И там заваливались в один бар, хозяином которого был отец одного из наших парней. Так вот, мы заваливались в этот бар, пили там вместе со взрослыми и слушали джаз. Однажды в нашей компании был 15-летний парнишка, который за 2 года до этого застрелил свою мать из ружья. Случайно. Думаю, что и в подсознании у него этого не было. Так вот, в тот вечер он был с нами. Мы заказывали кому что. А когда дошла до него очередь, он попросил, чтобы ему принесли беленькую. Мы расхохотались, потому что сам он был маленький, бледненький, лицо как у херувимчика.
Официант так громко повторил ему фразу: берег, вот. Что весь зал скоро узнал, в чем дело. И все со смехом стали заказывать берег. Все хохотали. Парнишка, который убил свою мать, хохотал громче всех. И мальчик, который убил свою мать, хохотал громче всех. Скоро весь зал узнал, в чем дело. Все со смехом стали заказывать беленькую. Потом смех стал все стиха, становился все тише, тише и тише. В тот вечер мы пили бесплатно. Хозяин нам поставил бутылку шампанского за свой счет. Домой мы все возвращались разбитые. Каждый мучился в одиночку в поезде по дороге домой. Это был счастливейший день моей юности. А что стало с тем, кто застрелил свою мать? Вот этого я вам не скажу. Как хотите. Однажды он вел машину по проселочной дороге, недалеко от дома, где они жили. Отец сидел рядом. Вдруг на дорогу выскочил дикобраз. Мальчишка сделал крутой поворот и врезался в большое дерево. Не может быть. Да. Он остался жив. Но в больнице, когда он пришел в себя, ему сказали, что отец его погиб. Он стал смеяться. Смеяться. Смеялся до тех пор, пока ему не сделали укол. Он впал в беспамятство. Смех его стал тише, тише. Тише. Ну, его увезли в психиатрическую. Это было 30 лет назад. И он и сейчас там? Да. До сих пор он не сказал ни одного слова. Марта, Марта. Марта. Она готовит кофе. Вашей истерической жене, у которой то растет, то опадает. Это распухло и опало. Больше никогда не случалось? Нет. А вы знаете, что происходит с психически больными,
Стихи мне. Нет. Вы знаете, что они сохраняют энергию, они сильны. Вы что, советуете сойти с ума? Никогда не бывает беременности на почве истерии. А у моей жены было только один раз. У Марты ни разу. Я понимаю, сейчас уже вряд ли. Ну, конечно. Конечно. Скажите, а у вас еще дети есть? Там дочери? Что у нас есть? Кто? Я спрашиваю, у вас только один ребенок, ваш сын? Да, один. Маленький мальчик, скорлупка. Кто? Скорлупка. Вам этого не понять. Нет, я слышу, я не глухой, я просто кое-что не понял. Не понял. Видите, вы раздражаете. Я сказал, что у нас мальчик, скорлупка, а вы раздражаете. Ну, извините. Когда пьешь, знаете, с 9 часов вечера, жену тошнит, тут постоянно стоит пор. Вы не огорчайтесь. К нам кто не придет под конец, все раздражают. Я не огорчаюсь. Хотите, я вам все расскажу, что такое наш сын, о нашем сыне? Хотите? Нет, я не собираюсь влезать в чужие дела. Я не собираюсь никого судить. Хотите сохранить объективность ученого перед лицом мира? Ну, хорошо, я ваш гость, я вас слушаю. Господи. Как трогать. Сейчас расплачусь. Слушайте, если вы опять начинаете. О, видите, вот она пришла. Кто? Сестра милосердия. Дрянь. Скотина. Сволочь. У нас все в порядке, мы пьем кофе, скоро придем. Я могу чем-нибудь помочь? Кто? Нет, что вы, сидите там, слушайте разглагольствование Джорджа и погибайте от скуки. Свинья, Джордж, ну ты прибрал бы тут, посмотри. Я убираю эту квартиру уже 1000 лет. Что, действительно убираете? Конечно. Компромиссы, уступки, приспособления... Приспособления, компромиссы, уступки, мы же так живем. Нет, 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 только не надо уж меня ставить на одну доску с вами. Что с вами? С вами проще. Вы женились на женщине, которую разнесло. А я по старинке, как растяпа. Причем у меня были и другие причины. Да, я не сомневаюсь, что у нее был и капитальчик, да? Да. Видите, вот с первой попытки, вот это меткость. Нет, да. Нет, я просто хотел сказать, ну, что... Ладно, сказать, ну что, ну это бывает. Что, я не хотел вас обидеть. Нет, мы просто деньги знали. Это не так нет, плохо. Нет, мы просто знали... У нас... Выбор... А, простите, я перебил вас. Нет, пожалуйста, извините, я вас перебил. Нет, нет, нет. Нет, пожалуйста, вы. Нет, пожалуйста, вы. Что вы, пожалуйста, прошу вас. Вы мой гость. Вы мой гость, прошу вас. Что вы говорите, вам было что там? 6 лет каких-то, да? Ну, почему? Ну, может, мне было 8, ей 6. Ну и что? Ну, мы с ней играли в больницу, знаете, в доктора и пациента. Это здоровое начало для брачного союза. Да, да. И у наших родителей, да, собственно, и у нас уже самих. Так. Все было заранее решено, и мы, в конце концов, взяли и так и сделали. Что? И поженились. 6 лет, да? Нет, гораздо позднее. Хотя я не сказал бы, чтобы у нас с ней была страсть. Давайте выпьем. Значит, никаких откровений, ничего потрясающего после долгих лет детских игр. Да, дорогой Ник, все женщины одинаковы. Вот в Китае говорят... Что в Китае? А, впрочем.
Скажите, а какое приданное было за вашей женой? А вам зачем? Интересно узнать. Не верю. Ну, зачем знать? Я настолько очарован методологией, практицизмом и приспособляемостью, с которой вы, люди будущего, хотите взять мир в свои руки. Вы опять начинаете? Начинаю. Почему? У Марты тоже есть деньги. У Марты тоже есть деньги. Ее отец столько лет грел руки на нашем университете. Это неправда. Как неправда? Нет. Ну что? Ее отец столько лет грел руки на нашем университете. Нет, это неправда. Неправда? О-о. А. Почему неправда? Почему неправда? Почему неправда? Потому что он не грел руки на вашем университете. Ну, хорошо. Ее отец не грел руки на нашем университете. Благодарю вас. Вас это устраивает? Только мы говорили о деньгах моей жены, а не вашей. Согласен. Согласен. Пожалуйста. Можно продолжать? Продолжайте. Не буду. Продолжайте. Не буду. Ну, как хотите. Мой тесть, он был проповедником, очень состоятельным. Какого вероисповедания? Вот он посвятил себя Богу лет, наверное, 6. Вот он подрос, стал крестить людей, ну, спасать их души. Вот потом много путешествовал по стране, прославился. Ну, не так, как другие знаменитости, но, в общем, прославился. И вот после его смерти остались огромные деньги. Общественные? Нет, его собственные. А что случилось с общественными? Он общественные истратил, а собственные сберег. Да? Он строил больницы, сооружал места отдыха, ну, помогал нуждающимся, давал кров бездомным, построил 3 церкви или молельни, что ли. В общем, 2 из них сгорели. И у него осталось огромное количество денег. Так что у моей жены есть деньги. Общественные? Нет, ее собственные. А у Марты есть деньги, потому что вторая жена ее отца, то есть ее матери, у Марты есть деньги, потому что после смерти Мартиной матери ее отец женился на другой матери. То есть на одной дряхлой старушке. На ведьме. С бородавками. На ведьме. Она была добрая ведьма. Потому что вышла замуж за белого мыша. И он ей, видимо, очень быстро отгрыз эти бородавки. Потому что она очень скоро оказалась в крематории. И все, что у нее осталось, кроме этой мази для бородавок, это вот солидное завещание. Кое-что папочки, кое-что Марточки, а кое-что университет. Вот бы моему тестю встретиться с этой ведьмой в бородавках. Он ведь тоже был настоящий церковный крыса. Что говорить? Да. Настоящая церковная мышка. Интересно. Очень интересно. Очень интересно. А ведь ваша жена не говорила, что у нее была мачеха. Может, было. А может, и не было. Так может, была? Может, была, а может, и не было. Все равно ваш рассказ интереснее о беременной жене, о тесте священнике. Он был не священник, а проповедник. Да-да-да-да-да-да-да-да. И жена не была беременна, а только видимость. Вы не путаете? Не буду. Благодарю вас. Вы понимаете, что я весь этот рассказ затеял совсем не для того, чтобы узнать, какое приданное у вашей жены. Что? Просто вы представляете для меня
угрозу. Я хотел бы знать всю подноготную. Да, это ясно. Ну, теперь все вы знаете, все мне доверяете. Да, именно такие, как вы. Вот такие никчемные неудачники раздражают меня больше всего. Хуже вас никого нет. Да, вот такие мы хитрые. Да, да уж. Ну что же, на вашей стороне история, будущее. Биология, биология, история на вашей. История, биология, разницу улавливаете? Да, ну история, биология, я же как-нибудь разбираюсь. Ну да, вряд ли. Но вы же хотели взять исторический факультет, потом шаг за шагом все остальное. Нет, 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 нет. Я сделаю по-другому. Я сначала войду в доверие, осмотрюсь. Замечу слабые местечки, поправлю их. Но так, чтобы все знали, чья это заслуга. Стану в университете ОН, осознанной необходимостью. Затем отберу несколько лекционных курсов у старичков. Организую для себя специальные семинары с отличниками. Пересплю с нужными для дела женами. Вот! Вот это самое главное. Потому что можете набрать семинары, отличников. Если не переспите с нужными вам женами, вообще у вас ничего не получится. Да. Что вы, имейте в виду, путь к сердцу мужчины всегда лежит через брюшко его жены. Вы абсолютно правы. А у нас до сих пор целое гусиное стадо. Стая. Гусиная стая. Стадо. Стая. Стадо. Гусиная стая. Стадо. Стая гусей. Стадо. Стая, стая. Ну, какой дотошный. С точки зрения орнитологии, стадо. Держу пари, что ваша жена самая важная гусыня в этом стаде. Вот я как-нибудь прижму ее в уголке и завяжу романчик. Господи, какой же вы отвратительный-то. Уж мерзкий. Да ладно, хватит. И методы ваши отвратительны. Имейте в виду, вы попали в трясину. Она вас засосет. Занимайтесь своим вязанием, бабуся. Не беспокойтесь обо мне. Что? Я просто хотел вам протянуть... Понимаю, понимаю. Установить контакт. Взаимопонимание. Как трогательно. Какая честность, прямота. Да ваше время истекло. Истекло.